Друзья, всем огромный привет! Вы на рукодельном канале, меня зовут Елена. И сегодня, 12 февраля, я начинаю снимать свою новую вышивальную неделю. Процессов будет несколько. И основной процесс – это зимние кардиналы от Dimensions. Вышиваю я эту работу по набору. Размер готовой работы будет 38 на 22,8 сантиметров. Это не полная зашивка. Вышиваю я на аиде 16 каунта, не меняла основу, хотя когда стартовала с этим набором, был большой соблазн основу заменить. Купила голубую в такой белый мелкий горошек, но менять ничего не стала. В принципе, она была поярче, было бы неплохо, но, скорее всего, кардиналы бы терялись на пестрой основе. Оставила все как есть, и на сегодняшний день у меня отшита первая часть схемы. В эти выходные я немножко вышивала, зашила вот здесь вот 1000 крестиков, ну здесь немножко есть и полукрест. Вышиваю я ниточками по ключу, очень нравится то, что получается. Конечно, работа яркая, птички бесподобные, но в этой работе первое, что у меня отшилось, это птички. Я сразу сделала здесь бэкстич, у них фрузелки в глазках. Вот такое вот у меня было здесь небольшое завершение. Сейчас, конечно, вышивать интересно, но немножко однообразно. У меня не вышита вот эта часть работы, и, конечно, здесь только сосновые ветки, снег и все одно и то же. Самое интересное, птичек я вышила в начале. Ну, вы знаете, здесь не очень много полукреста. Здесь полукрестом вышиваются только два значка. Сейчас я покажу вам, какие. Вот на этом участке это вот это многоточие и вот эти вот сердечки прозрачные. Остальное все это крестик. В принципе, крестик я люблю больше, чем полукрест, поэтому идет у меня все сравнительно быстро, просто, но скоро начнется снег. Смотрите, вот в этой части работы вот эти все белые сугробы, все это будет вышиваться именно полукрестом. Но пока шью, вы знаете, ничего не надоело, все очень нравится. Ну, уже сказал, да, немножко как-то однообразно. А так, в принципе, все устраивает. Я планирую на этой неделе повышивать эту работу 4-5 дней. И сейчас буду отшивать вот этот вот участок. Здесь порядка 2000 крестиков. Немножко я себя подгоняю. Конечно, хотела бы я эту работу закончить в феврале, потому что она у меня вышивается уже не первую зиму. Прошлой зимой я стартовала с этой работой, и когда пришла весна, я ее отложила. Поэтому, конечно, сейчас бы в феврале в идеале ее закончить, освободить место в столе и в душе для каких-то новых стартов. Поэтому очень хочу завершить. Уже сказала, это будет моя основная работа недели. И я планирую на этой неделе небольшой старт. Хочу отшить миниатюрку, поменяв основу, и миниатюрку эту оформить в коробочку. Ну, об этом расскажу вам в следующем сюжете. А пока я буду вышивать птичек, и через 4 дня, где-то через 5 дней, я покажу вам, что получилось. Может быть, зайду немножко вот сюда, посмотрю, как у меня по времени получится. Конечно, в день я не вышиваю по 1000 крестиков. Мне сейчас здесь осталось зашить порядка 8000 крестиков и полукрестиков. Я уже посчитала все по схеме. В принципе, это немного. Но учитывая то, что среди недели я вышиваю вечерами и не торопясь, у меня получается 200-300 крестиков. Конечно, 8000 это много. Но буду стремиться к завершению. Хочу завершить эту работу, как уже сказала, и буду стараться. В следующем включении вам все покажу и расскажу.
Друзья, приветствую вас в следующем включении. Продолжается моя вышивальная неделя, и из 7 вышивальных вечеров 6 я посвятила зимним кардиналам. Очень довольна я тем, что у меня появляется на конве 3000 стежков за 6 дней. Ну, не дней, конечно, вечеров. Это для меня очень хороший результат. Я вот здесь поставила отметочку. Ну, кое-что здесь у меня какие-то иголочки были вышиты. А в основном вот он, этот участок, который я вышивала вот эти 6 дней. Немножко зашла сюда, но чуть выше у меня уже не хватило времени дошить. Поэтому, да, вот здесь не все вот эти заснеженные ветки отшитые. Конечно, я стремилась зашить вот этот вот угол, хотя бы закрыть еще один вот этот вот угол работы, но у меня по времени не получилось. Для меня, конечно, 500 стежков за вечер – это хороший результат. Я вышиваю где-то 200-300 крестиков за вечер. Но даже 300 – это много, не получается сильно какие-то подвиги вышивальные совершать. Знаете, прихожу с работы в 6 часов, пока кушать сготовлю, пока немножко там телевизор посмотрю, уже спать пора ложиться. Но вышиваю, конечно, я каждый день. Понемножку, но каждый день. Может быть, за счет этого мне удается какие-то завершать работы. Конечно, по 1000 крестиков, по 1500-1200, как девчонки рассказывают, они вышивают за день. Столько у меня вышивать не получается. Даже если это выходные дни, выходные тоже, знаете, у работающих вышивальщиц вторая смена. Стирка, уборка, глажка, ну и, конечно, готовка. Поэтому, да, 200-300 крестиков – это для меня стандартное количество крестиков. Ну, здесь у меня получилось 500, может быть, за счет того, что вот здесь много полукреста. Вот этот снег, он весь вышивается полукрестом. Светло-серый снег тоже вышивается полукрестом. В основном здесь вот эти вот белые такие, знаете, заснеженные ветки. Это, конечно, все полукрест. Но на этом полукресте мне разогнаться не удается. Скорость я здесь хорошую набрать не могу. Сейчас уже приспособилась полукрест в 4-5 сложений нити вышивать на своих пяльцах от Нурги. У меня такие пяльца на лапе. Такой, знаете, держатель для пялец, но пяльца не меняются. То есть стандартные вот эти пяльца, если хочешь заменить работу, то нужно в эти пяльца поставить просто другую работу. Вот сейчас уже приспособилась на этих пяльцах вышивать, но хочу вам сказать, крестик у меня идет быстрее, поэтому то, что здесь есть полукрест, в общем, все получается по времени одно и то же. Вот такие у меня птички в заснеженном лесу. Мы ездили в парк погулять, и я брала с собой птичек. Немножко там их пофотографировала, пыталась и на снегу фотографировать, но почему-то снег дал какой-то такой сизый эффект. На снегу темновато получилось, или, может быть, так солнце падало на снег, и как-то он искрился. В общем, неудачно. На елочках пофотографировала. В общем, возила своих птичек на прогулку. Ну и, конечно, сама погуляла немножко. А так, конечно, работа очень нравится. В общем, впечатления позитивные. Всем рекомендую. Но хотела бы дать совет, кто будет эту работу вышивать, не вышивать сразу вот этих двух кардинальчиков. Может быть, надо вышить одного, а второго оставить немножко на потом. Потому что, конечно, у меня сейчас, знаете, вышивается одно и то же. Я пытаюсь тут скакать с вот этих еловых, сосновых иголок на вот эти вот сугробы. Вроде как, знаете, какое-то разнообразие. Но в общем-то, все одно и то же. Чередование, конечно, тут зеленых оттенков. Вот эта вся еловая хвоя, сосновая хвоя. Ну, я имею в виду, что да, это иголки сосны. Все это одно и то же. Конечно, бэксич очень украсит эту работу. Покажу вам сейчас. Вот эти все иголки прорисуются, и сугробы будут такие на веточках явные. Очень, конечно, все будет красиво. А пока тут, конечно, только тружусь. Продолжаю вышивать и немножко
ну, не то чтобы утомительно, одно и то же, немножко вот это напрягает. Я, конечно, люблю такие работы, знаете, где какое-то есть разнообразие. Вот насколько Boffy Threads не всем нравится, работы от Boffy Threads, вот эти домики в разрезе, словарик чая у меня вышивался, там, знаете, вышел один элемент, ну, даже чем-то вот сэмплеры они мне напоминают по ощущением в процессе вышивания. Вышел один элемент, и у тебя уже какой-то финиш. Вышел там какие-то 5 крестиков, сделал 3 стежка бэксича, ага, у тебя там какой-то котик сидит под кроватью. Здесь же у меня вот это все бесконечно. Вот этот лес, 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 2 птички. Но хочу сказать, что в феврале хочу я эту работу завершить. Буду стараться. Бэксича здесь, конечно, много, но он не сильно сложный. Он в основном такой, прорисовывает вот эти сосновые ветки. Буду стараться и надеюсь уже в следующем видео, в итогах февраля, я вам все покажу. Хотя, вы знаете, итоги февраля я, конечно, планирую снимать, но, возможно, перед итогами февраля у меня выйдет видео о итогах прошлого года. До сих пор я ничего не сняла. Белбагет мастер показал мою работу, где я 4 миниатюрки от панны, вышитой гладью, оформляю воедино. Может быть, они мне уже что-то отправили, но пока трека подправки не прислали, и еще 2 работы у меня там находятся на оформлении. В общем-то, я получу 3 картины. В одной картине будет 4 работы, и 2 вышивки еще, конечно, оформятся в свои отдельные рамы. Жду. Я надеюсь, все получу, и хотя бы в начале марта уже все вам покажу. Хотела показать вам итог года воедино, потому что все хочется собрать вместе и уже показать, чтобы не показывать, там это у меня есть, а этого у меня нет, потом вот это у меня пришло. В общем, жду. Поэтому да, это о следующем видео. Я не знаю, какое видео выйдет следующее, итоги февраля или, возможно, итоги года. Вот такие у меня кардинальчики. Уже сказала, буду стремиться к завершению и вам уже все расскажу. На этой неделе состоялись у меня старты. Было, знаете, такое прекрасное настроение и вдохновение для начала новых работ. Я начала сразу 2 работы. Конечно, это небольшие работы. Большую работу я начну 22, по-моему, февраля в обед. Нужно посмотреть еще раз лунный календарь. Большие работы я начинаю именно в 14 лунный день. И именно в него я начну один не маленький процесс. А сейчас, пока у меня было вдохновение, я начала сразу 2 процесса. Они оба маленькие. И покажу я вам сначала вот такие гранаты от жар-птицы. Наборы эти оба были куплены у меня в прошлом году. Я, вы знаете, что-то в феврале озадачилась уменьшением своих запасов, потому что надо что-то вышить, чтобы потом еще что-то купить. Складывать уже, конечно, все некуда. Покупки эти вываливаются из коробки, поэтому, да, нужно вышивать. И потом, возможно, что-то новое уже покупать, потому что нравится, конечно, много. Но главный момент, когда это вышивать и куда это все складировать. Поэтому вышиваю я свои запасы и покажу вам сначала вот эти гранаты. В наборе шли вот такие ниточки от гаммы. Сейчас посмотрим, девчонки. То я как-то рассказывала, а мне потом сказали, что это нити не гамма в каком-то из наших наборов. Канва 14, игла. В общем-то, я не вижу здесь. Подпишу вам на экран, выведу название нити, если, опять же, я их найду. Ну, наверное, гамма. Вот такие вот яркие ниточки для отшива гранатов. Очень красивые, зеленые. И вот такие вот, знаете, для переходов в самих гранатах.
оттенки красного, бордового и вот такого вот темно-темно какого-то вишневого. Очень красивые ниточки, кстати, хороши в отшиве, не сухие, в меру такие шелковые, почти не завязываются в узелочки. В общем, комплектацией я вполне довольна. В наборе также шла Аида, вот эта 14 каунта, и я ее заменила на равномерную основу. Девчонки, вышивала я свою лошадку на Белфасте 32 каунта, и у меня там как раз такой кусочек остался. Конечно, дизайн у меня получится меньше, чем предполагает дизайнер. 9 на 11 должна получиться работа. Вы знаете, я не стала ничего высчитывать. Я взяла Белфаст. Он, конечно, чуть меньше каунтом, чем 14-я Аида. Взяла Белфаст такого же размера. Ну, буквально сантиметр вот здесь вот Белфаст у меня в длину меньше. А в ширину абсолютно такой же. И думаю, что у меня останется хорошо со всех сторон вот эта основа. И как раз будет такой, знаете, воздух для оформления. Получилось у меня за один вышивальный вечер отшить первые 150 крестиков. И вот так вот у меня все смотрится. Вышиваю я ниточкой в два сложения через две нити переплетения. Основа мне очень нравится. Цвет, конечно, такой, знаете, в меру бежевый. И когда я положу синтепон оформлять, я буду эту работу в коробочку, оттенок основы немножко изменится. Будет чуть светлее. Но, вы знаете, я оформляла лошадку, мне зрительница написала, что нужно было проклеить сначала лен синтепоном. У меня, во-первых, лошадка получилась почему-то светлее смотрится, чем вот эта вот песочная основа. Видимо, синтепон проглядывает. Я же натянула работу, и у меня как-то нити более какие-то жидкие, что ли, стали. В общем, на тон основа смотрится светлее, но я думаю, если я проклею клеевой, она же тоже светлая, тоже будет как бы немножко просвечивать светлый такой оттенок. В общем, вот этот момент что-то не знаю я, как быть, но проклеивать я в этот раз работу при оформлении обязательно буду. Сказала уже, что буду оформлять в коробочку. Есть такая коробочка с окошком как раз для этой работы. 9 на 11 у меня будут гранаты, но у меня чуть меньше они, конечно, получатся. Но коробочка очень нравится, очень хочу в нее оформить эти гранаты. Но, вы знаете, написала я в Аджи Бокс, они ВКонтакте работают. Спросила цену и пока коробочку не покупала. Думаю, знаете, отошью сначала. Дождусь каких-нибудь там праздников, годовщины свадьбы или 8 марта, тоже у нас скоро. Но 8 марта, наверное, я не успею отшить, потому что у меня есть один процесс на завершение. Я сейчас буду усиленно трудиться над своими кардиналами, хотел сказать, попугаями. Поэтому, да, к 8 марта, наверное, не успею. Ну, коробочка очень нравится. У меня есть от Аджи Бокс. Ну или Агибокс, не знаю, как правильно. Вот такая мусорничка. Отдельно я покупала вот этот вот магнит у них. В принципе, знаете, все такое качественное. И коробочку я бы хотела заказать тоже вот в таких тонах. Очень качественно выполнено. Идеально туда можно оформить вышивку. Но не очень нравится цена. Вот по поводу цены я, конечно, засомневалась. Потому что недешево эти коробочки. Ну, буду ждать, может, или какая-нибудь скидка будет. Или, опять же, как я вам говорю, может, какой-то праздник будет. Это будет мой подарок. В общем, вышиваю я этот дизайн для прикладного оформления. Коробочки пока нет. И вы знаете, бежевый такой оттенок мне нравится в этой работе, но я думаю, что вот эти гранаты и на белом тоже бы красиво смотрелись. Но у меня нет сейчас такой светлой основы,
чтобы можно было, знаете, сесть, захотела сесть и сразу вышивать. Поэтому, да, вышиваю пока на бежевом. Посмотрим, что получится. Самое интересно. Буду вышивать и вам уже все покажу и расскажу. На самом деле дизайн небольшой, поэтому долго, думаю, я его вышивать не буду. Быстро он у меня сравнительно отошьется. И увидите как раз, как сочетаются вот эти все яркие нити с вот этой бежевой основой. Каунт льна, я вам сказала, это 32-й Белфаст. А вот по поводу цвета я вам не скажу. Покупала я этот лен в шелковой нити. Назывался он «Основа для ленточного сэмплера». И тон не был указан. Я так думаю, что основы они красят сами, поэтому... Да, вот такой спокойный какой-то бежево, но он в желтизну он не уходит. Такой какой-то бежево-кофейный, что ли, я бы сказала. Но не песочный. Интересный очень оттенок, очень нравится. Хотела его использовать еще для одного своего процесса, но купила другую основу. О покупках чуть позже, а пока покажу вам еще одну миниатюрку, которую я начала на этой неделе. И на этой неделе начала я вышивать еще одну работу. На самом деле оба старта у меня состоялись в один вышивальный вечер. Я повышивала немножко гранаты и потом достала вот эту чашечку от Dimensions. Миниатюрка вышивается гладью на принтованной основе ниточками по ключу. Я покупала набор, девчонки. В прошлом году в группе ВКонтакте мне, конечно, хочется купить еще одну чашечку с незабудками или с виолами. Наверное, с виолами. Незабудки, наверное, это, вот эти цветочки. Дизайн Барбары Мок. Но пока буду думать. Посмотрю сейчас, что у меня получится. И уже расскажу вам, готова ли я покупать еще одну чашечку. Набор давным-давно снят с производства. Это дизайн 97-го года, не вижу, да, 97-го года. В принципе, найти в продаже их можно, но, знаете, как-то они то появляются, то исчезают. В принципе, кто загорится, прям нужно посматривать в группах ВКонтакте. А так, в свободном доступе, конечно, их нет. В набор входил принтованная основа и вот такие ниточки. Я вышивала эту работу вчера и нити не разбирала. На самом деле, нитей здесь очень мало. Всего-навсего несколько оттенков. Я почитала внимательно инструкцию. Вы знаете, не сразу я все поняла. Потому что, видимо, в 97-м году как-то все было по-другому. Глади здесь немного. Здесь написан, здесь описан еще какой-то стежок типа веревочки. Но я пока не знаю. Может быть, вот в этих вот веточках цветов он будет. Вот это вот шов-веревочка. А так в основном здесь гладь. Причем гладь такая, как сатиновый стежок. Простая гладь. И в основном она вышивается по краю чашечки. Немножко вот в этой ручке. Вот тут вот. В декоре блюдца и в цветочках с листочками, и все. Остальное это все принт. Я так поняла, что здесь даже сама чашка никак... Хотя нет, вы знаете, вот я сейчас внимательно смотрю, чашка обшивается вот этим швом веревочка. Вот он идет, видите, поближе вам поднесу. В общем-то, конечно, дизайн... Такой не с полной зашивкой, а вышиваем мы только несколько элементов. И, конечно, будет все очень красиво смотреться. Вчера начала, вы знаете, я уже сказала, я ничего не могла понять в этом ключе. Потом уже смотрела, думаю, ну да, можно все понять. Указано в ключе количество нитей и какие-то вот эти фрузелки. Фрузелки тут выполняются ярко-розовым и вот этим вот желтым, а остальное все гладь. И хотела я, да, длинные стежки вот в этом декоре блюдца, конечно, они будут присутствовать. Наверное, сантиметров, наверное, по... Миллиметров, наверное, по 7 такие стежки. А остальное все очень мелкое. Вот такие у меня старты состоялись на этой неделе.
хочу начать большую одну работу, потому что я закончила кафе у моря, и, конечно, мне хочется занять эту мою папочку каким-то новым процессом, ну и вообще мне хочется начать что-то новое, немножко поменять свои процессы, ну, конечно, завершив их. Я стараюсь сейчас ничего надолго не откладывать. Вот у меня недошитых было 5 процессов с кафе у моря, сейчас стало 4. Это процессы, которые перешли со мной из прошлого года. Ну, добавилось у меня вот эти 2 миниатюрки, стало теперь у меня 6 процессов. Конечно, хочу завершать большие какие-то свои начатыши, скажем так, и уже начинать какие-то немаленькие новые работы. Состоялись у меня на этой вышивальной неделе покупки. Покупала я все обдуманно и кое-что для кое-чего. И один такой наборчик мне попался. Я решила попробовать новую технику вышивания и приобрела его именно маленький, потому что вариант сейчас вышивки на дереве очень много. Открыла я его уже, чтобы не шуршать. Я приобрела вот такую елочку от Щепки. Это подразделение МП-студия. Она будет 9 на 7 сантиметров. Не вышивала я на деревянной основе. И состав набора мне очень понравился. Вот такая деревянная елочка. Только я не знаю, где у нее лицо, где изнанка. Наверное, вот эта вот темная, это лицевая сторона. И не будем смотреть с вами, подглядывать в схему. Покажу вам комплектацию набора. Вот такая оборотная сторона, ленточка, я так понимаю, чтобы елочку повесить, нити для пришивания бисера и несколько пакетиков бисера. Очень все мне понравилось. Я так понимаю, елочка вся бисерная. Я почему-то думала, вот эта коричневая окантовка — это крестики. Нитки здесь в набор не входят, поэтому елочка будет полностью из бисера. Как уже сказала, хочу попробовать и уже вам расскажу, нравится мне вышивать на деревяшках или не нравится. Конечно, если понравится, буду что-то еще покупать и уже, возможно, покрупнее. Пока начну вот с такой миниатюрки. На этой неделе я также купила 2 отреза основы. У меня собирается сейчас дизайн из моих планов на этот год. Вот такая мирабилия. Я хотела вышивать ее на льне цвета амбер. Это 32-й каунт. Вот такой вот шоколадный. Но, вы знаете, немножко засомневалась. Сейчас подбираю нитки по ключу, покупаю. Заказала уже креник и Кэрон Ватерлилис, жду посылочку. И вы знаете, подбирая нити, обратила внимание, что здесь очень много вот таких коричневых оттенков. В этом одеянии девушки, оно такое все коричнево-оранжевое. Вот в этих цветочках коричневых оттенков много. И боюсь, что будет вот с этим цветом амбер очень сливаться. Рекомендованный здесь оттенок натуральный лен от Вичелд. Но вы знаете, натуральный лен тоже мне не хотелось бы здесь использовать. И я купила лен Белфаст 32-го каунта. Вот такой вот оттенок платина. Он, вы знаете, девчонки, и не зеленый, и не серый, и не бежевый. Какой-то такой интересный у него тон. Я думаю, что к этой работе он подойдет идеально. Но мне, конечно, хотелось бы вышивать именно вот на такой основе, как здесь вышит этот дизайн. Но я думаю, здесь не натуральный лен, здесь какая-то другая ткань. А какая, здесь никто не написал. Поэтому купила вот этот вот амбер. Заказывала на Озоне. Это отрез 50 почти на 70, 48 на 68. И буду пробовать вышивать именно на нем. Мне кажется, все будет красиво.
не будут приглушаться эти все рыжие коричневые оттенки, потому что девушка с метлой, она, конечно, тут вся такая, вы знаете, оранжево-коричневая на ней накидка, вот этот вот бант и платье такое в розово-коричневых тонах. Думаю, что темный оттенок основы все это, наверное, приглушит. Короче, боюсь испортить дизайн. Очень нравится мне вышивать мирабилии, но вот этот вот момент, когда нужно подобрать то, что нужно, и непонятно, где это взять, вот этот момент немножко смущает. И хочу показать вам сразу основу для Dolce Vita от Riolis. Шуршу, извините, роюсь тут в своих запасах. Показывала я вам в планах на 2024 год вот этот белф с 32-го каунта, на котором я вышивала лошадку и на котором я сейчас вышиваю гранаты от Tempo Studio. Вот такой вот песочный оттенок. Мне он, конечно, очень нравится. Он близок к родной основе от Riolis. Такая же здесь какая-то песочная. Ну, даже это не песочная, это какой-то кремово-песочный такой вот цвет. Очень нравится, но, конечно, благодарю всех, кто откликнулся в комментариях на мой вопрос, что же мне вышивать. Многие вышивальщицы написали, что 32-й каунт здесь не подойдет. Очень много бисера, и бисера здесь много. Девчонки, открывала, но, знаете, есть такой момент, Riolis нормально уже не закрыть. Если ты открыл, то ты уже открыл. Покажу вам сейчас. Вот эти бисеринки, вот эти крупные бисеринки, конечно, 32-й каунт для них не подойдет совсем. Поэтому, вы знаете, думала. Мне несколько человек написали, что 32-й каунт не подходит. Многие вышивали, пишут, что и на 24-й то основе, вот на этой Аиде, бисеринки толкаются. А уж такой каунт, тем более, очень мелкий. И, вы знаете, думала. Время идет. Уже у нас февраль скоро закончится. Нужно начинать. Причем нужно начинать непременно все, что я запланировала, ну, только постепенно. И я купила вот такую основу. Это Lugano 28-го каунта. Она, если переводить в Аиду, то 14-го каунта. Ну, кусочек не маленький у меня здесь. По-моему, тоже 50 на 70. Не вижу, где размер указан. А, да, вот 70 на 50 размер. И это оттенок светлый мокко. Девчонки, ожидала, что этот мокко будет желтее. Ну, вот он пришел такой, знаете. Сейчас у меня вот здесь очень светло. Я на балконе снимаю. Оттенок такой какой-то вот бежеватый. Но если сравнивать с этим оттенком, то он больше какой-то серый. Если опять же сравнивать с белфастом, который у меня платина, он вот такой здесь серо какой-то зеленый. В общем, все пока устраивает. Видите, сейчас на свету он смотрится как бежевый. Вчера вечером я его прикладывала уже к этой родной основе и смотрела, сравнивала вот с этим вот кремово-песочным. Мне он вроде серый. Но сейчас смотрю, вы знаете, такой спокойный, красивый бежевый цвет. В общем, пироженки будут смотреться на нем прекрасно. Вчера, кстати говоря, да, прикладывала, думала, смотрела. Думаю, может быть, мне заказать основу кремовую, либо песочную. Но, опять же, фото же не передает естественного оттенка основы. Думаю, сейчас песочный придет, у меня какой-то желтый отрез ткани. Что я с ним делать буду? Хорошо, если он придет вот такого вот оттенка, знаете, непонятного, песочно-бежевого. А если желтый? Думала о 101-м тоне Луганы 28-го каунта. Он молочный. Но, опять же, знаете, на молочной основе я вышивала сумочку с цветами от Dimensions. Ну, если ни с чем не сравнивать и не смотреть рядом что-то отшитое на белой основе, то кажется, что сумочка у меня на белой основе вышита. На самом деле это молочный оттенок основы. Поэтому, да, молочный, наверное, будет сильно белый. В общем, нет предела совершенству. Продолжаю я
свои изыскания, но для этих двух работ я основу уже подобрала. Оставлю для пироженок вот эту бежевую спокойную основу. Она будет неплохо сочетаться со всеми пироженками. Видите, тут очень много желтых каких-то пироженок. Желтых, оранжевых. Ну, это же тесто. Поэтому на такой песочной основе, наверное, они потеряются. Поэтому оставлю сейчас все как есть. Вот это все, что куплено. И ничего заменять не буду. А так, конечно, мне нравится по-прежнему вот этот вот оттенок. Вы знаете, он такой теплый. Мне кажется, для пироженок он был бы прям идеальный. Ну, 32-й каунт, да. Во-первых, уменьшится дизайн. А во-вторых, что делать с бусинами? Я, конечно, поначалу, знаете, думала, вот, я эти бусины заменю, но особо заменять-то мне не на что. У меня не такой выбор. Поэтому буду вышивать на 24-й Лугане. Друзья, завершилась моя вышивальная неделя. Показала я вам все свои работы. В общем-то, я вышивала на этой неделе 3 работы. Но вот эти 2 миниатюрки совсем немножко. У меня там уделилось им внимание всего один вышивальный вечер. Но я очень довольна, что я их начала. У меня было такое вдохновение, знаете, хотелось что-то начать. Конечно, мы все начинаем по настроению, но мы и завершаем по настроению. Показала вам все свои процессы. Один процесс мне хотелось бы завершить, но, конечно, за 6 вышивальных вечеров завершить его мне не удалось бы, как бы я ни старалась. Но муж хохочет, говорит, возьми отпуск дней на 10, чтобы дошить кардиналов, потому что вечерами я, вы знаете, вышиваю, думаю, шью, а все, я сижу на этой же ветке, все в том же лесу, на этом же дереве, все, никак я дальше не пойду. Хоть бы какой-нибудь угол закрыть, левый верхний или нижний левый, и все как-то я, да, на одном и том же дереве. Поэтому начинать, конечно, что-то надо. Сейчас у нас завершается зима, но она еще продолжается. Конечно, я не тороплю весну, потому что мне хочется доделать свой зимний дизайн. Но торопим мы или не торопим, весна придет, и, конечно, будут весенние старты. Буду что-то начинать, причем хочу начать не маленькие работы. И, как уже говорил в начале видео, немножко поменять свои вышиваемые работы, потому что получается у меня, вы знаете, все одно и то же. Все у меня то было 6 процессов, то стало 5 процессов, все одно и то же, одно и то же. Я что-то как-то от них подустала. В общем, надо их завершать и начинать уже другие работы. На этом буду с вами прощаться. Огромное спасибо за обратную связь, за то, что вы смотрите мои видео, комментируете, даете какие-то советы. Они мне все время помогают. Я всегда прислушиваюсь к вашим советам, внимательно читаю комментарии. Но хочу сразу сказать, у меня бывает, что комментарии открываются не в комментариях, а где-то под видео, и я их сразу не вижу в творческой студии. Но стараюсь ответить на каждый комментарий, чтобы никого не забыть. Благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и до новых встреч.